Городской суд Дзержинска назначил штраф 600 тысяч рублей предприятию госНИИ «Кристалл» за нарушение требований безопасности взрывчатых веществ. Напомним, в полдень 1 июня там произошла сразу серия взрывов. Ударная волна выбила окна в соседних жилых домах и муниципальных учреждениях. В общей сложности было в различной степени повреждено более 500 зданий. 89 человек обратились за медицинской помощью. Помогать жителям Дзержинска, у которой ударной волной выбили стекла в окнах, что называется, всем миром прекрасно. В первую очередь остекление восстанавливали в школах, больницах и детских садах. Однако общая сумма ущерба до настоящего времени так и не обнародована. А ряд предприятий, особенно те, кто расположился на территории промышленного парка «Заря», это совсем рядом с оборонным предприятием, пока не смогут рассчитывать на возмещение ущерба, понесенного в результате взрывов. Как сообщается, страховая компания уже ответила отказами в страховых выплатах дзержинским предприятиям под предлогом того, что недостаточно представленных документов. Точная причина произошедшего тогда в Дзержинске до сих пор не названа. Следствие продолжается.